Spider-Man The Movie Game, основанная на фильме «Человек-паук» от Сэма Рэйми, что логично. Разработкой занимались в то время знакомые вам Treyarch, а издателем выступил, уж их вы точно знаете, Activision. И главный вопрос, какой вышла игра? Хороший? Нет, правда. Единственное, к чему я могу придраться там, это к локализации и, пожалуй, к тупым сюжетным моментам. Хотя, учитывая, что игра по фильму, а мы уже привыкли к подобному... Короче, терпимо. Кстати, по поводу игры. Зайдя в Spider-Man The Movie, сразу появляется вопрос. Вопрос, почему так круто? Ну, правда, взгляните на это меню. Напишите, пожалуйста, я один такой идиот, что перед запуском игры сидел в меню, что просто понажимать кнопки и послушать звуки переходов. Сам Человек-паук, он начинается с того же, что и в фильме. Дядю Бена грохнули, Питер чувствует себя виноватым и собирается мстить. Мстить банде черепов. Вы что, не знаете, кто это такие? Я на самом деле тоже, но судя по всему, именно они виноваты в смерти дяди Бена. Точнее, виноват их лидер. Ну и на первом уровне мы еще в том самом бойцовском костюме паука выслеживаем бандюганов. И попутно пытаемся понять, откуда у разработчиков такой фетиш на брике. По поводу полетов на паутине. Да, сейчас это выглядит не очень. Я прекрасно вас понимаю, особенно на фоне Человека-паука на PlayStation 4. Но тогда, ух! Я просто кайфовал от данной фичи. И постоянно пытался улететь за карту. Правда, скрипты всегда поворачивали меня назад, но не будем о грустном. В общем, Питер находит какого-то стильного парня и начинает ему угрожать. Ты что, убьешь меня, если я не скажу тебе этого? А почему ты думаешь, что я это не сделаю? И этот мужичок сделал для нас наводочку. Наводочку на заброшенный склад, где, по его словам, прячется банда. Благодарю. Оу. Это, наверное, больно. Короче, паучок отправляется на этот склад, где нас, кстати, учат стелсу, который здесь сделан крайне просто, но изящно. Вы находитесь в тени, и вас не видят, браво! И еще, кроме этого, попутно рассказывают о тонкостях управления. И насчет управления я в первую очередь имею боевку. И здесь 21 боевое комбо, из которых я использовал, правда, лишь прыжок и удар, потому что я сраный казуал, любящий в попу, но только со смазкой. А еще потому, что комбо недоступны с самого начала, их нужно собирать. Согласен. Немного неприятно. Стелс, кстати, не обязательный. Да, там, где просят его сделать, лучше все-таки делать, потому что иначе начнется бойня. А бойню не все любят. Хотя зависит, опять же, от вас. Я вот, например, старался втихаря, но все равно попадал постоянно в передряги. Но мне это не помешало найти убийцу дяди Сэма. Что? Вы про Сэма Рэйми? Я мог бы спасти дядюшку Бена. Дядя Бен? Сэм? Вы сами-то определиться можете? В любом случае, когда мы находим убийцу дяди Бена, между нами пролетает искра. Искра от его дробовика, а затем искра от нашего удара по его лицу. А потом преступник выпадает из окна. И не думаю, что удачно приземляется. Но это не мешает Питеру начать анализировать содеянное. И бац, таймскип, у нас появляется костюм. И что еще более важно, мы работаем в Daily Bugle. Но Джей Джона Джеймсона здесь не покажет, не надейтесь. Он был только версией для Xbox. И в общем, старина Джеймсона. Джеймсон требует от нас фотографии Человека-паука. И наша задача, следовательно, их сделать. И попутно врубиться, что же такое боевка в воздухе. Только вот объясняют они странновато. Смотрите, есть шарик, и нам говорит игра. Сделайте фотографии около него. Полетайте и все в этом духе. Эти расставленные мною мишени могут помочь мне в этом. Я должен несколько раз пролететь через них. Но я это и делал, даже залез на этот шарик, но он никак не реагировал. А дело-то в том, что нужно было как раз-таки захватить цель и стрельнуть по шарику. А где это было сказано, возможно, в оригинале, а не в нашей тупой локализации, но оставим это на дядюшку Сэма. После этого туториала по сражению в воздухе нам предлагают сразу перейти к практике. И накидывают роботов, которых послал Оскорб, потому что мы такие стильненькие, а еще у нас классные гены паука и все в этом духе. В целом, бои в воздухе очень клевые, что с роботами, что со стервятником, которого здесь, кстати, называют хищником. Особо развлекли меня преследование врагов. И хоть сами полеты на паутине и увороты от всяких подлянок не особо и оригинальны, зато их пытались как-то разбавить. В частности, подлянками от тех же врагов. Например, порча городского имущества, чтобы нас немножко замедлить и заставить использовать нашу паутину исключительно в строительных целях. И что интересно, в некоторых случаях городские даже реагируют на нас, когда мы занимаемся их спасением. Мама, смотри, человек прыгает по зданиям. Это очень хорошо. И не поспоришь. Короче, к чему я веду? Нам не дают заскучать даже на, казалось бы, дефолтные миссии для большинства игр. А это уже о многом говорит. А теперь насчет середины Spider-Man The Movie. И сразу скажу, она никак не относится к сюжету фильма.
Это просто вспомогательная часть, которая лишь немного растягивает саму игру. И посвящена она ограблению стервятника и шокера и встрече со Скорпионом, который убегает из Аскорпа. Или от роботов, направленных Аскорпом, чтобы его поймать. Я на самом деле так и не понял. Кстати, насчет него. Он в этой игре, ну, особо и не нужен. Даже паук с ним дерется не потому, что он какой-то злой или затеял что-то этакое. Нет, он просто хочет ему помочь, а Скорпион его боится. И в конце концов, самое это забавное. Человек-паук отвлекается на одного из дроидов, который преследовал Скорпиона. И пока он его изучает, сам виновник торжества просто-напросто уходит. Он исчез. Это очень прискорбно, но будем надеяться, что я видел его не в последний раз. Что же касается Шокера и Стервятника. Да, понятное дело, что их часть тоже не по сюжету фильма, но она интересная. Каждый из них демонстрирует нечто новое, будь то паучье чутье или пожар в башне и попытки взобраться наверх, чтобы достать Стервятника. Да и именно, тут мы впервые сразились с суперзлодеями. Без типичного райт-клика, конечно, не обошлось, но все-таки были креативные моменты, как тот же бой в воздухе или уклонение от атак Шокера в метро. Мне действительно было интересно играть в это, даже несмотря на обилие тупейших багов. Но как бы то ни было, нормальная сюжетная линия продолжается лишь только после Шокера, Стервятника и Скорпиона. И сразу нас кидают, кому, как вы думаете? Верно, к зеленому гоблину. И тут его самое первое появление, где есть все. Ну правда, давайте по списку. Спасти Мэри Джейн. Есть. Минимизировать ущерб городу, нанесенный Осборном. Есть. Отпинать лицо гоблину сначала в воздухе, а потом на земле. Есть. После за определенное время обезвредить бомбы, расставленные по городу. Есть. И вновь подраться с гоблином, но уже с мини-дронами, которые в конце концов нас дожмут, и нам придется убегать. Есть. В общем, именно эта часть игры очень доставляет. Взрывы, полеты, бои, да и еще гоблин, который постоянно давит на тебя своими насмешками. Спайдермен, ты наводишь на меня укол. Только вот после идут миссии, которые умудрились мне изрядно потрепать нервы. Аскорб. Питер туда отправляется, естественно, по наводке, понимая, что гоблин как-то связан со всем этим. И в поисках информации наш главный герой попутно уничтожает опасные наработки Аскорпа. Да, возможно, звучит клево, но лично по мне как-то душно было играть на этой локации. Особенно на контрасте с остальной частью игры, где не проходит и минуты без эпика на экране. Здесь же важен исключительно стелс. И да, мы можем как на складе забить на него хер и начать драку, но в данном случае это закончится плохо. Поэтому приходится медленно, неторопливо проходить сей уровень. Да, в некоторых местах он разгоняется, но в целом это не спасает ситуацию. Но на всякий случай уточню, это чисто мое мнение. Потому что кому-то такой резкий спад темпа может и приглянется. Но не мне. Я согласен с тем, что такое должно быть в играх. Но в данном случае это было сделано ближе к финалу и крайне неуместно. Что же касается заключительной битвы с зеленым гоблином. Ну, ее, честно говоря, слили. Слили тем, что просто-напросто повторили нашу первую с ним встречу. Хотя нет, теперь все абсолютно другое. Ведь Мэри Джейн мы спасаем от пожара, а на земле гоблину помогает в сражении глайдер. А еще место поменялось, Манхэттенский мост как-никак. Вот это я понимаю разнообразие. Да и концовка получилась какой-то смазанной. А именно разоблачение зеленого гоблина. Которое произошло при всех, а не наедине с Паркером. В результате все в курсе, что он убил сам себя глайдером, и все в курсе, что это Норман Осборн. А знаешь, что у Гарри нет мотивации ненавидеть Человека-паука, и выходит, все хорошо закончилось. Скажи, Гарри, что мне делать? Хорошо, но тупо. Ну и напоследок я хочу с вами поговорить о чит-кодах, которые, наверное, юзали все, у кого была данная версия игры. Полетать от первого лица, сыграть за зеленого гоблина, Мэри Джейн, Шокера, замутить атаку в стиле Матрицы. Или, например, опробовать мини-боулинг за паука. А нет, это не благодаря, что там открывается, но не суть. Там действительно очень много всего интересного. Кстати, использование этих чит-кодов делало для нас игру в детстве более реиграбельной. Просто потому что, ха, прикольно погоняет за новый скин. Понимаю, сейчас это звучит тупо, но тогда для нас это казалось классным аргументом. Да. Давайте к выводу. Treyarch действительно позаботились о том, чтобы мы не скучали по ходу прохождения, и что более важно, данный проект запоминается, в основном благодаря своей ламповой атмосфере. Но это все еще не шедевр, просто хорошая игра. У нее действительно есть свои проблемы, но на них как-то пофиг, потому что ты погружаешься в процесс и просто наслаждаешься. Наслаждаешься уютом, который создали Treyarch. Кстати, отличное слово. Уютно. Думаю, данный эпитет как нельзя лучше подходит этой игре. Так что попробуйте ее сами, запустите, поиграйте, особенно если у вас стоит XP, то потратьте 1.5 часа своего времени, чтобы понять, почему эта игра имеет место быть.
А с вами был Стинт, играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи! Пока!